И привет, с вами снова Black Rabbit, и эта игра «Жизнь после». У меня вторая волна простуды, я опять простыл. Но нет у меня возможности вас оставлять без роликов, и поэтому я снова выпускаю, снова записываю. Да, честно говоря, и самому интересно, что там же дальше происходит у Дикона, потому что очень интересная история, и никак не могу от нее отлипнуть. Вот, читаю много инфы за эту игру, за сам сюжет, и 5-10, очень интересно. Кстати, ребятам огромное спасибо, кто оставляет комментарии, рассказывают мне много разных вещей, что... Большая кошка. Извиняюсь. Когда мы с Сарой приезжали... в заброшенную лабораторию, и где мы в комнате нашли персонал, который сам себя убил, отравился, там какой-то яд они выпили, и типа там доска такая была с подписями, вот, типа тех людей, которые там погибли, но на самом деле на этой стене оказываются подписи разработчиков. О! Ну, Коша, не надо. Есть. Вот. Я, в общем, там сделаю, постараюсь в ближайшее время сделать шорты. Отнесу в какой-нибудь лагерь. С тем ролик, с той стеной с подписью. Вот, так как я не знал, что это пасхалка и что это настоящие подписи людей, которые делали игру. Это на самом деле очень круто. Вот, спасибо, короче, еще раз за то, что вы оставляете комментарии, говорите какие-то вещи, которые я не знал. Вот, и это еще сильнее открывает мой кругозор. А куда мне вообще надо кругозор? Извиняюсь, буду так иногда делать, вот, ну, потому что еще, опять, не еще, а опять, опять заболел. Ну вот, у нас очень странная погода, честно говоря. Вот, то солнце, то холод, то жара, то ветер сильный. Вот, короче, Кавказ очень непредсказуемый по погоде. Шахта. Так, а я не помню. Кажется... Капитан, я их нашел. Похоже, они прячутся в шахте. У них заложники. Они живы? Пока не знаю, но если так, я их освобожу, сэр. Если ваш друг у них, я его найду. Спасибо. Отбой. Символы анархистов. Я на месте. Где символ анархистов? А, вон то, да. Просто дело в чем. Кажется, мы в прошлый раз здесь... Шахта. Опять чертова шахта. Мы в прошлый раз проиграли здесь. Ну, убили нас, если я не ошибаюсь. Кажется, так было в прошлом ролике. Вы что, ребята, думали, что можно тут засесть и спокойно перехватывать у людей припасы? Камешки. Ага. Долбаные анархисты. Постараемся в этот раз не сплоховать. Ух ты, шериф какой-то. У него точность хуже, темп стрельбы хуже, проникающая способность хуже. Только получше урон и дальность. Ну, такое себе. Ой, я уже забыл, что надо нажимать. Так, еще один отехал. Кстати, у анархистов вроде как оружие неплохое третьего уровня. Я еще не встречал ни в одном лагере, чтобы у всех было оружие второго, третьего уровня. Такого не было. Только здесь.
Наверняка ты где-то здесь. А, я вспомнил. Я в прошлый раз залазил в какую-то щелку и залез, где спала Орда, и меня, короче, съели. Все, я вспомнил. Так, тут три типа. Либо быстро их загасить, либо... Либо надо что-то, короче, думать. Короче, он что-то долго, короче, пилится. Что за? Давай, давай, пока тот слева не вышел, можно этого мочкануть. Здесь кто-то есть. Это еще кто? Спалился. Как я так спалился? Так, а я не помню только... Куда нам идти? Прямо? Найду тебе применение. Или сюда все-таки? Ну тут был тип какой-то с фонариком точно. Ой, блядь. Вот этот. Давай, выходи. Мы знаем, что ты там. И пушку брось, ага. Сидели бы вы, ребята, тихо! Играли бы в свои камушки! Ну, хотя бы так. Почти что куда отсюда идет. А! Анархисты! Так, ну мы сюда вернемся еще. Просто тут я видел патроны где-то были. Так вот они. Камушки. Так, кажется, вот тут я. Заперто, все. Значит, все-таки идем туда. Да, оружие у них хорошее, и правда. Второго, третьего уровня. Дробовички, автоматики. Так, а у этого что? Пистолет второй. Так, я слышу... Кажется... Начинаю опять слышать зомби. Ну, это не факт, но... А может быть и так. Где они тебя спрятали? Да, я помню, мы здесь подымались, где-то я шел в пещерке, в какую-то щель я зашел. И зашел прям... Так, успею? Успел. Вот туда куда-то я шел, и там я свою смертушку нашел. А свет это... С неба, так сказать. Вот туда я... Шел, и там я смертушку дошел. Так, ну значит, в этот раз я туда не пойду. Как говорится, не хочу, не буду. Ой. Тут кто-то есть, оказывается. Извиняюсь. Так, ну что, ты куда пойдешь, дружище? Ля, и выглядывают сюда. Вот хитрожопый. Ой, там кто-то еще идет. И что, он заходит, не заходит? Дядь, давай в другую сторону разворачивайся. О, какой ты послушный.
Я думал, ножом также зарежет. У Дикона, короче, проснулось разнообразие по умертвлению, типа. Так, что у нас здесь? Так, ну все, здесь мы. Я извиняюсь. Так. А, вот он, вот они, вот они. Это люди! Не дайте ему! Ах ты, сучонок! Я ранен! Сидели бы вы, ребята! Это последний? Ну и хорошо. Я хотел в бочку, честно говоря, стрельнуть, но что-то я побоялся, что этого типурика потом придется заново спасать. Ты меч Аллен? Еще бы немного и... Спасибо. Спасибо тебе. Я думал, мне кранты. Еще бы. Ты сможешь выбраться отсюда сам? Да. Да-да. Спасибо. Я тебе жизнью обязан. Я давай, вернусь. Давай. Расскажу им, как все было. Даю тебе слово. Это моя работа. Давай, дядь, беги. Убьет! Эй, куда ты делся? Ладно, надо искать. Охренеть! Сюда. Охренеть! Да в этом тоннеле я был. Еще трофеи. Ошалеть! Сколько их там было? Тисни его! Что это было? Или я здесь где-то нарвался? Да, вот сюда я залез, и меня тогда съели. А куда? Ебать. А куда? Я не знаю, куда мне надо бежать. Так, тут что-то было. О, офигеть. Там кто-то хрюкнул. Я опять по кругу, короче. Бегу. Ой, блядь, гранату сам себе кинул. Да ладно. Короче, я не разыгрался. Сейчас я все исправлю. Ну, как я по второму кругу очутился, я, честно говоря, не понял. А, вот так вот даже, да? Мы прям с такого начала начали. Хорошо. Капитан, я их нашел. Похоже, они прячутся в шахте. У них заложники. Они живы? Ебать, что за тип? Взял в... Или я в бочку стрелял, либо он. Так, короче, это какая-то пещера, для меня камень преткновения.
Так, ладно. Можно создать. Так. Сейчас пока создадим на всякий случай все, что можно. Капитан, я их нашел. Похоже, они прячутся в шахте. У них заложники. Они живы. Вот так вот, да. Пока не знаю, но если так, я их освобожу, сэр. Если ваш... Вот так. Спасибо. Это последний? Ну и хорошо. Они меня научили, как надо подзрывать. Так что... Пригодится. Конечно, пригодится. Да. Так, вот как мне только... Как мне только вот он. Выбраться из пещеры потом? Очень привет, интересно. Сержант. Ты Митч Аллен? Еще бы немного и... Спасибо. Спасибо тебе. Я думал, мне кранты. Еще бы. Ты сможешь выбраться отсюда сам? Да. Да-да. Спасибо. Я тебе жизнью обязан. Я вернусь. Расскажу им, как да все ты... было. Даю тебе слово. Ты еще вернись. Это моя работа. Не все так просто. А, по маркерам пойдем. Эй, куда ты делся? Ладно. Они что, оттуда идут? Сюда. Вот так вот. Ну, хотя бы так. В этом тоннеле я был? А я не помню, был ты или не был. О, и пурики. Нихера. Шарахнем по нему. Ну, лезь уже. Все назад. Назад. А зомбики? А, вот они, вот они. Я сейчас так буду делать, а как иначе? Ну там вроде как немного осталось. Yeah.
Ну, посмотрим. Ну, по идее, немного осталось. А там как получится, я хз. Так, ну я тогда автомат поставлю. Наверное, мне сюда. Так, наверное, мне сюда, он сказал. Так, вот только в какую сторону? Так, манок. Давайте, собирайтесь. А, это и все, что ли? Ух ты, блядь. Пошел нафиг. Есть. Так, и что? О, блядь, напугал. Ну, это остатки чисто, походу, уже остались. О, вон там свет, я вижу. Вижу свет в конце туннеля. Я вижу свет. И я вижу свет. О, неужели? Ура, ребятки, мы вышли. Мы это сделали. Хорош. Но сверху с балкона мы их знатно, короче, прорядили. Охотник. Капитан, я нашел вашего друга. Он уже возвращается в Diamond Lake. Молодец, сержант. Я еще выйду на связь, узнать, как он. Отбой. Ой, высоко. Так, а как мне тут спуститься? Капитан, как там сержант? Вернулся? Он в лазарете. Думаю, он полностью восстановится. Спасибо. Это моя работа, сэр. И работа блестяще выполнена. Спасибо, брат. От меня и от Митча. Вот, кстати, ребята... Да, сэр. Отбой. И топливо. Ребята в комментариях мне еще писали, что если... К сожалению, ник пользователя, не помню, кто мне писал. А если поврежден капот, значит, можно открыть багажник. Вот. Это для меня новость неплохая, на самом деле. И очень-очень полезная. И надо, говорят, что надо, ну, больше внимания мне обращать на, вот так, на капоты. На все. Так, на мотоцикл нам туда. Ой, блядь, ну это слишком высоко. О, где-то курица орёт. О, петух, то есть. Парику. Блядь, вон зомбики еще. Тосаются. Так, а мотоцикл мы вообще где-то там. Так, мы тут вброд пройдем. Ну, по идее, да. Так, отлично. Кто там? Пошел нахуй. Я сейчас такое пережил, мне не страшно, короче. Вот он. Вот 98%. Заря только тащил. Так, припрячем ее в кустарник. Так, садимся и смотрим, куда нам чего надо. Так, это сюжетка у нас, правильно? Ну, пока мы рядышком, да, наверное, сюжетку сделаем. Так, а там у нас все закрыто ж. Погнали.
Ой, как я соскучился по поезде на мотоциклах. Миша, ты что? Не надо. Не надо мне таких встреч. Опа, тормозите. Кто-то прям по факту взял, разложил. Все. Так, чисто все. На поворотах. Везде пойдет. Красиво. Благодарю, кто там положил. Я успешно все. Так смотри, и еще лежит. Что-то какая-то щедрость поперла. Или это знак того, что я переболел? Ну как переболел? Больной сел. Записать ролик, типа, вот тебе ништячки, короче. Так, создать фугасик. Ой. Молотов. Так. Надо манок с бомбой замутить. Блять. Либо мне показалось, либо еще что-то лежит. Хорошо, отлично. Так. Капитан. Ну, эти следы свежие. Это здесь. Так, а я что должен? Где? Навык не растерял. Так, можно проследить, я правильно понимаю? Так, обращаем, капот поломан. Значит, багажник должен быть. Хм. Ну, не в этот раз. Ну, не на всех, я так понимаю. О, крыса. Наверное, зря, да, этот без глушителя вот это все начал. Непотребство, так сказать. Так, вот бутылочка. А, он тут, наверное, прибухивал, сидел. Или сидела. Так, тут какая-то движуха. Мне надо попасть внутрь. Так, чипиздики. А, тут и не только чипиздики. Так, глушитель у меня стоит. А, не стоит, блядь. Его, возвращаюсь. Кто где? Так, вы ж крики. Тоже бы нихера его завернуло. Ну-ка, давай встань, и я тебя оформлю. Так, что мы тут есть? Вообще не видно. Их снегом сразу заметает. Так, я сейчас тут быстренько все прошерчу, потому что патронов много потратил на снайперку. Обязательно надо тут багажнички забрать. Так, вот, это хорошо. Так, ставим пистолет. Если что, сейчас
доработаем, так сказать. Ой, ебать, что с тобой? Нихуя ты устал, блядь. Акробат. Так, где-то тут еще должен быть трупешник. Вот, по карте видно. О, тут вообще ништяков. Полная хата. Кайф. Так, тут еще болтает. Значит, тут еще жив. Я сейчас иду чисто по карте. Смотрю эти иксы. Где трупики лежат. Вот, вот, хорошо. Так, где-то здесь еще. Вот. Прям мне нравится. Вот я только говорил, что мне надо собрать, короче, ресурсов. А тут оп. И пожалуйста. И всего, и очень много. Так. Бегай, бегай, скоро добегай. А, да пожалуйста. Все, не пизди. О. Сейчас мы тебе поможем, дружище. Соберем только сначала все. То есть опять видеоряд какой-нибудь пойдет. И мы тут все похерим. А я не хочу оставлять. Тут очень всего много вкусного. Я прям кайфанул от души. Так, где-то получается трупик еще вот тут. По карте. Да. Так, ну что у нас тут? Вот он, торчок, который убил Тейлор. Дока. Дикон Сент-Джон. Как дела, Тейлор? Облажался я, бро. Не хотел я его убивать. И откуда он только там взялся? Док был хороший, он ведь, сука, он мне помог. Ну, вставай. Нет. Я не хочу в петлю. Я не хочу в петлю. Я не хочу в петлю. Нет, нет. Я не хочу в петлю. Эй, слушай меня, Тейлор. Тейлор. Да ты дрыгаешься, дрыгаешься. Уэйт. Обсираешься, а эти будилы стоят по стойке смирной и ржут над тобой. Стоят и ржут. Не хочу в петлю. Не хочу в петлю. Можешь его загасить. Сказать, был убит при попытке бегства. Не дай меня повесить. Я тебя... Я прошу. Ладно, Уэйт. А он ему передоз сейчас замутит. Как вовремя, да, капитанчик подскочил. Плевать, что человек натворил. Фрикам тела не оставляем.
Могу сказать одно. Полковник точно не обрадуется. Ну, тоже пиздючонка веш... Ну, блядь, ну вот хотя бы он убил Дока. Ну? Нашли его уже мертвым. Передоз. Вернули большую часть препаратов, но не все. Как будто мало несчастный наш мир повидал разложение. Как будто в нем и без того слишком мало безмозглых, бездушных тварей. Доставьте их в лазарет. И на сей раз не вздумайте приставить к ним наркомана. Слушаюсь. Этот генерал какой-то, блядь, на голову, блядь, прямо скажу, ёбнутый. О, синяя наклеечка, прикольно. Так. Так, что у нас? А, у нас в лагере, да, короче, будет сейчас встреча какая-то. Дикон, ты слышишь? Да-да. Это Сара, мне нужно с тобой поговорить. А, да, я здесь. А ты как будто радостная. Просто я все поняла. Слушай, мне был нужен только секвенатор ДНК. Теперь я готова. Можно опробовать мою сыворотку. Ого, хорошо. А чем тебе помочь? Расскажу при личной встрече. Я пошла. Так, а что мне надо было? Капрал Сент-Джон, да. У нас тут проблема, с которой ты наверняка справишься. Ну, а кто же еще? Один из наших людей в заложниках. Сержант Мелинда Фостер. Она патрулировала нашу восточную границу вдоль 97-й трассы. На ее отряд напали. Двое вернулись живыми. А сержанта Фостер забрали. Мелинда Фостер. Знаешь ее? Никак нет, сэр. Я отметил на карте, где ее видели в последний раз. Я уверен, капрал, что ты вернешь ее живой и здоровой. Будьте уверены, сэр. Выполняй, капрал. Ну, вот эта псевдо-армия мне не нравится. Нет, порядок должен быть. Я как бы не спорю, это нормально, это правильно. Вот, но вот это загоны... нет, он полковник, как бы тоже понятно. Но обычных людей брать с одища и из них делать военных, то есть, ну, субординация, ладно, хрен с ним. Какой-то порядок, опять же, хрен с ним. Но чтобы они и себя строили, вот прям строили, блядь, военных, вот это, ну, не знаю, такое себе, короче. Да и он что-то там за Бога много говорит, этот... Так, мы к Саре потом заедем. Вот. Короче, полковник очень много за Бога говорит, там, что он какой-то посланник там. Чего-то где-то там. Какой-то пришибленный, короче. Контуженный. Вот, скорее всего, блядь, контуженный какой-то. Так, а к Саре мы сейчас после вот эту бабу... Стрела под колеса бросилась, ну ты ёбни. А, вообще, что творится? Оп, оп, зарядка, это хорошо. В здоровом теле здоровый дух. Марш, марш, марш! Давай! Мне кажется, проще лагерь объехать по кругу, чем через него слишком медленно ехать. Надо как-нибудь засечь время, посмотреть, что как получится. Так, открывай ворота, пришла суета. Давай. Все, погнали. Интересно, нас... я уже, кстати, поймал себя на мысли, что я
привык к этой истории, и каждый раз, когда сажусь играть, мне интересно, что будет дальше, что будет дальше. Вот, и я сейчас опять что-то приболел, и я такой думаю, блин, так, а нам куда? Нам лучше, наверное, левее поехать. А я вот думаю, сейчас игра закончится, понимаю, что там все точки... Полковник, это капрал Сент-Джон. Докладываю, я на месте. И, похоже, в лагере пусто, сэр. Жизнь сержанта Фостер в твоих руках, капрал. Не подведи меня. Да, сэр, я ее найду. Так, чей-то муток валяется. Вот, и игра когда закончится... Я на месте, вроде как. Мне грустно станет. А, вот сюда надо, да, пролезть? Мне станет грустно, потому что вся история закончится, и... Ну, мне грустненько будет. Я как бы привык уже к тому, что... Как бы... Включаешь компьютер, начинаешь записывать, вот она... Сюжетная линия, опять игра, все хорошо, все развивается. Но я не представляю, каково это, когда это все закончится. Тисни его! Вы что, еще кто-то, что ли? Короче, начинаю себя подводить под ту мысль, что я буду сильно грустить, когда эта игра закончится, я ее пройду. Мне будет грустно. Ну вот, надо будет найти что-то такое, что ее... Плюс-минус это может все? Занимать. Видимо, да. Трудовые будни. Трудовые будни. Так, вон я вижу. Там заложника. Но мы все-таки вот тут сейчас дошарим. И все-таки в ту дверку мы... А, вот еще. В ту дверь мы все-таки попробуем войти. За которую мы схватились тогда. Но нас стали обстреливать. Вот тут. Черт! Да, блядь, что такое? Не так уж трудно. Я ее убью. Ну что, сержант, как у вас тут дела? Боже мой, спасибо. Дела отлично. Лучше некуда. Вас подвезти обратно? Вы видели снаружи байк? Или эти скоты его разобрали? Нет, нет, он еще там. Да, лежит, лежит. Тогда я сама. Сент-Джон, верно? Спасибо. Я доберусь обратно. Да по-любому. Нифига себе, что я тебя зря спасал, что ли? Так, вот вкусняшечки. Так, кстати, пока есть у нас причиндалы, надо все замутить. Вот. О, вот эту бы лампу с собой забрать. Какая ништяковая лампа. Светильник, или как правильно сказать, ночник. Так, теперь можно идти. Вот тут где-то был заложник, мы видели. Вон. Так, как бы теперь нам выйти отсюда? Ой, тут сколько плюшек лежит. Отлично.
отлично. Так, вот тут, да, где-то? А, вон заложник. Сейчас мы разберемся с этим. Раз, два. Все, отскочил. Я иду. Я твой спаситель. Кому-то нужна помощь. Помогите! Помогите! На помощь! Сейчас я тебя вытащу. Тебе здесь не выжить. Я знаю лагерь. Там безопасно. Лагерь? Где? Где? Покажи. Я пойду. Так. Так, иди к Крейтер Лейк. На Уизард Айленде есть лагерь ополчения. Найди полковника Гаррета. Я думал, мне конец. Представляешь? Охренеть! Спасибо тебе. Большое тебе спасибо. А я без кепки. Да, я без кепки. Смотрю на... Смотри, чтобы тебя не заметили. Вот он, наш лагеречек. Ну, круто, круто. На самом деле, крутое место. Кратер. А я на этого... Господи, Сент-Джона смотрю. Что он в кепке, а я без кепки. Я забыл одеть. Так, мотоцикл где-то здесь. Так, кстати, по поводу пилюлек. Вот, создать. Так, и все, да, нам обратно вернуться надо. Вот так, быстренько. Извиняюсь. Так, то есть нам сейчас должна Сара типа что-то сказать, показать. Что типа у нее что-то там получается. И погнали. Стоп, погоди. Тебе нужен живой? Знаешь, трудно ставить опыты на трупе. Вот. Что это? Это сильный транквилизатор. Должно хватить, чтобы доставить в лагерь. Я так близка к цели. Осталось чуть-чуть. Есть, мэм. Ну, если она исправит ошибку, которая имеет, так сказать, Игорь, большую часть. Я вот поехал искать тебе шакала. Отлично. Только мне нужен один вполне конкретный. Так, стоп, не понял. Конкретный шакал? К югу отсюда, рядом с Рим-Драйв, есть старая турбаза. Там теперь целая колония зараженных детей. Ну, шакалов. Ясно. Как доберешься, сообщи. Конец связи. Угу. Так, нам больше никуда, да, не надо, получается? Окей. Целая колония шакалов. Не терпится увидеть. Сент-Джон, ответь. Капитан, лейтенант Уитакер дала мне поручение, так что я сейчас немного занят. Понятно. Свяжись со мной, как закончишь. Мы готовы испытать оружие Уивера. Конец связи. О, это круто. Черт. Все-таки не получилось у Сары обогнать Уивера. Хорош. Сара, я на месте. Смотри, тебе нужно найти девочку в красной футболке. Детская футболка такая, знаешь, с котеночком. Удивительно, что полковник все это еще не сжег. Я сказала, чтобы этих не трогали. Я уже несколько месяцев беру анализы крови у самых маленьких. Без них препарат не сделать. Ну ладно. И как мне ее оттуда вытащить, не поубивав всех остальных? Слушай, я не знаю. Придумай что-нибудь. Мне нужна девочка в красной футболке. Так, короче, ребята, кто нападет, того буду пиздить.
Вот честно, кто нападет, того буду пиздить. Очень сильно буду пиздить. Там можете орать, что угодно делать, но пиздить буду больно. Так, красной футболки пока не наблюдаем. Хорошо. Я предупреждал, блядь. Я предупреждал. Я предупреждал, блядь. Буду пиздить. Давай. Вы мне не верили, походу. Так, черт, все тут наверху мы. Закончили, да, я так понимаю? И твои друзья предупреждал. Ну, вы меня не слышите. Так, красная футболочка. Ой, тут ништячков сколько. И тут ништячок. А, вот. Вот это, наверное. Попалась, мерзавка! О, господи! А, надо остальных, короче, грохнуть. Да без проблем. Так, а давайте с этой стороны обойдем. Я что-то не смотрел, что с этой стороны. Может, тоже что-то лежит интересненькое. О, еще керосин. О, тут ништяков-то сколько. Так. Вот манок можно создать. Так, а где она лежит? Вот она. Ну, на самом деле, по мне так это плохая идея в лагерь вести шакала. Живой? Получишь живого. Ну, либо его там связать по самой не балуйся, чтоб прям, не дай бог, а то вон руки висят. Ты срань, ну ты паскуда. Этот гад мне весь байк обоссал. Полковник не разрешает заводить питомцев. А лейтенанту нужен живой подопытный. Я смотрю, вы хорошо ладите с лейтенантом Уитекер. По долгу службы, сэр. Службой ограничься. Полковник не приемлет вольности между солдатами и офицерами. О, нет, нет. Ни в коем случае, сэр. Ну да. Продолжай. Слушаюсь. Ладно. Ну, помоги мне. Сейчас. Сильный транквилизатор? У них в организме все шиворот на выворот. Чего ты хочешь? Если эту дозу рассчитать? Ну-ка, подержи вот так. Держи. Ну вот. Это то, на чем я работала. Долго еще? Сейчас. Пару секунд. Держи. Что? Себе. Долбануться. Ну,
Не знаю, что ты там намешала, но сработало моментально. Твою мать! Что-то не так? Стой. Так ты не оружие делаешь? Она вылечить хочет. Ты пытаешься их лечить? Я думала, если добуду изначальную линию клеток из Кловердейла, получу антитела и смогу... И смогу деконструировать вирус. Господи. И теперь получается, что все это время я работала впустую. Мне их не спасти. Им уже никогда не стать нормальными. Короче, вставай и начни сначала. Ты не видел, что сейчас произошло? У этого ребенка все клетки тела взорвались. Вот почему нельзя сдаваться. Что? Ты сказала ребенка. А знаешь, сколько таких тварей я убил? И ни разу не приходило в голову, что ведь это же чей-то ребенок. Я знал одну девчонку. Она тоже говорила о фриках, как ты, называла их больными. Я думал, она спятила. Она просто видела их, как ты. Ты думаешь, я спятила? Нет, нет. Впервые за 2 года я встретил вменяемого человека. Хорошо помню ночь, когда я потерял тебя, но... Теперь понимаю. Это было не когда я посадил тебя на вертолет, а через сутки. Мы с Бухарем приехали в лагерь, где ты должна была нас ждать. А там были фрики. Повсюду вертолеты горели, люди кричали. Так много людей. Мы дрались, мы победили. И что в итоге? Трупы. Трупы повсюду. Я смотрел каждое лицо. Их там, наверное, было 1000 или больше. И я смотрел каждый из них. Вот тогда я тебя потерял. А Бухарь... Бухарь, короче, он 2 года ходил за мной, как нянька, а мне было просто насрать вообще на все. И тут я вижу вертолет Нера над башкой и начинаю что-то чувствовать. Я думаю, знаете, пошли вы. Даже если она жива, знаете, что я сделаю? Я ее найду, и мы уедем ко всем чертям. В гробу я видал ополчение. Не хочу я воевать, и не хочу я жить в лагере. Так почему ты еще здесь? Из-за тебя. Из-за всего, над чем ты так впахиваешь, забыв обо всем на свете. Большинство людей думают только о выживании, а ты пытаешься мир спасти. Ну, это паршиво получается. В общем, вставай, переводи дух и пробуй снова. И начни все сначала. Поедем в Кловердейл. У них лучшее оборудование. Мы перероем все их записи. Ты серьезно? Будешь помогать? Да, буду. Буду, потому что ты в это веришь. Не сдавайся. Поедем на север. Да, мы поедем на север. Скажем, что за припасами. Но уже не вернемся. Мы дезертируем. Если нас поймают, они нас повесят. Но зато вместе. Мэм? Да. Дик, полковник тебя вызывает. Я сейчас. Собирайся, я скоро буду. Спасибо. Да, мэм. Да, мэм. Охренеть. Капрал Сент-Джон. Полковник, прошу за мной. Все готово? Да, сэр, так точно. В полной боевой готовности. Байк заправлен, сэр. Я что-то, наверное, не понял. Лейтенант Уивер завершил разработку. Испытаем результат. Давно пора. Готов подпалить Орду? Орду?
Что-то не так, капрал? Нет, сэр, не. Всегда готов. И с удовольствием. Вот так, наш человек. Господа, это начало новой эпохи. Приступайте. Лейтенант Уивер, за мной. Да, сэр. А Дикон прям мотиватор хороший, он нормально с Сарой побазарил, короче. Мне прям нравится. Ну что, сделаем так. Сделаем так. Вы ждете здесь, а я иду один. Тебе жить надоело, боец? Нет. Вот поэтому мне лучше пойти одному. Даже с фирменными коктейлями от Уивера мы не сможем вынести всю Орду одним махом. Нет. Так что... Я спущусь туда, покажусь им, укокошу нескольких, а потом буду драпать. Придумай, как их малость притормозить, ловушки поставлю. И взорву их нахер. Просто, если мы сунемся туда вдвоем, начнется бардак, мы натравим Орду друг на друга. Лучше вы ждите здесь и наблюдайте. Если что, примчитесь и вытащите меня. Есть идеи получше? Никаких. У меня на байке есть еще молотовые и патроны. Хорошо, хорошо. Это все пригодится. Так, ну здесь мы сохранимся однозначно, прям. Я все возьму. Окей. Так, максимум боеприпасов. Так. Так, ну что ж, ребятки, перед таким самым ответственным моментом мы сохранились, вот, и закончим. Огромное спасибо, кто посмотрел. Ребятки, ставьте лайки, пишите комментарии. Кстати, очень многие комментарии, еще раз подмечу, мне помогают. Очень много интересного ребята пишут в шортсах под видео. Прям очень-очень супер. Спасибо вам за помощь. И до новых встреч. С вами был Black Rabbit. Пока-пока.